Да, местная звезда, вот этот диктор, который в последнее время нараздавал интервью, конечно, зажигать умеет. Ловит настроение публики, по несколько раз повторяя имя автора результативного удара, и вынуждая трибуны в едином порыве произносить его фамилию. Ну вот совсем недавно Гонсало Игуаин, забив гол в ворота Боруссии Дортмунд, вознагражден был 9-кратным произнесением своей фамилии вот этим диктором по номеру своему. Ну, я думаю, диктору этому надо беречь свой голос, как, собственно, и болельщикам, и 88 раз произносить имя Гёхана Энлера, а номер у него именно такой, наверное, побоялся. 2-0 к 26-й минуте встречи. Гёхан Энлер, ну, вы знаете, ситуация очень простая, не разобрались попросту футболисты Ливорна, прикрывая, казалось бы, самых опасных из футболистов Наполи, как-то смещаясь на фланге, они позабыли в середине Гёхан Энлер. И тот, переложив мяч под левую ногу, бабахнул, что из сил. И, конечно, Франческо Барри. Как говорят футболисты, надо на перчаточки.